Бокоплав, известный также как гаммарус и мормыш, это род небольших рачков, являющихся обычными обитателями как пресных, так и соленых водоемов северного полушария. Многие аквариумисты хорошо знакомы с гаммарусом в качестве питательного корма для рыбок или водяных черепах. Практически на любом птичьем рынке он продается стаканами в сухом виде. Часто используется и замороженный, и живьем для кормления самой разной домашней живности. А на рыбзаводах порой становится незаменим. Некоторые рыбаки считают, что мормыш – это одна из лучших живых приманок и всегда с удовольствием насаживают на крючок. Но далеко не все при этом знакомы с особенностями жизни самого бокоплава. А ведь это очень интересное существо, при некоторых условиях способное и само стать любопытным обитателем аквариумного мира. Поговорим о нем чуть подробнее в данном видео. Типичные бокоплавы наших пресных водоемов – это небольшие уплощенные с боков рачки с загнутым дугой телом. Пожалуй, самым известным видом, чаще всего упоминаемым в литературе, является бокоплав озерный. Серобурый обитатель стоячих водоемов с телом до 2 см в длину. Хотя вообще один только род гаммарус объединяет более 200 видов, а в целом к отряду бокоплавов во всем мире относится более 9000 видов. И если посмотреть, к примеру, на обитателей озера Байкал, там можно обнаружить целый ряд крупных, ярких представителей. Бокоплавы шустро ползают по водным растениям или плавают в толще воды. Плывут они чаще все-таки брюшной стороной вниз, однако у дна или у поверхности могут с такой же легкостью проплыть на боку, за что и получили свое название. Брюшные ножки работают постоянно, даже тогда, когда рачок не передвигается. Они обеспечивают приток свежей, насыщенной кислородом воды к жабрам. Бокоплавы обладают чрезвычайно деятельным дыханием, требующим качественного обновления кислорода, и довольно быстро гибнут при его недостатке. В природе они выбирают хоть немного проточную воду и водятся преимущественно в чистых прудах, озерах и речках с песчаным или известковым грунтом. При плавании хвостом и последними тремя парами ног рачки регулярно отталкиваются от разных поверхностей, двигаясь вперед резкими скачками. Такой скачок удобнее всего пронаблюдать на суше. Прыжки получаются весьма высокие и далекие по сравнению с размерами тела. Несмотря на то, что гаммарусы типично водные обитатели, несколько минут на воздухе ради такого эксперимента они вполне выдержат. Более того, в природе, на речных берегах, во время отливов, рачки нередко остаются ждать возвращения воды на влажном песке под камнями. Если подойти и перевернуть такой камень, они сразу начнут прыгать во все стороны и искать себе новое укрытие. Если то же самое повторить под водой, рачки тут же расплывутся во всех направлениях. Держаться группами под камнями и корягами для них вполне естественно. Питаются они чаще всего растительной пищей, в основном уже слегка разлагающейся. Также с удовольствием накидываются на любую попадающуюся падаль. При столь широком и неразборчивом пищевом диапазоне они вполне способны выполнять в аквариуме роль чистильщиков, подъедая излишки корма за теми мелкими рыбками, с которыми способны ужиться. Однако слишком голодные особи могут начать хищничать, хватая мелких животных с мягкими покровами. А учитывая скорость плавания, от них не сбежать. В водоемах, где ставят сети, гаммарусы иногда нападают даже на крупных запутавшихся рыб и сильно портят их. Хотя в другой ситуации рачки могли сами стать пищей для той же самой рыбы. В целом, содержание гаммарусов – это дело простое. Достаточно взять хотя бы даже обычную стеклянную банку, положить на дно немного речного песка, налить воды, если возможно, взяв хотя бы половину из места обитания. Пустить плавать какие-нибудь растения, и помещение готово. Компрессор в ряде случаев будет обязателен, так как рачки очень требовательны к количеству кислорода. Предпочтительнее брать бокоплавов из слабопроточных водоемов, они приживутся успешнее, чем пойманные в ручьях.
качестве пищи им можно бросать много всяких разностей. От сухих подгнивающих листьев и хлебных крошек до мотыля и кусочков мяса. При этом, накидываясь на пищу и растаскивая по всему объему обитания, они будут создавать весьма забавную для наблюдений возню. Главное, не допускать загрязнения воды несъеденными остатками пищи. Самка бокоплава отличается от самца немного меньшими размерами и носит свои икринки на нижней стороне тела до тех пор, пока из них не выведутся молодые рачки, являющиеся миниатюрными копиями взрослых особей. Причем после выхода из икринок юные бокоплавы не расплываются, а остаются еще на какое-то время под животом матери. В общем, гаммарус – это не только питательный корм, но и вполне забавный аквариумный питомец. Если вы тоже так считаете, не забудьте поддержать автора подпиской на канал, а ролик лайками и комментариями. Добра и удачи, дорогие друзья!